Мы на главном Барнаульском мосту на Алтае. Ветер сильный, машины идут. Это речной вокзал. А это вот Знаменский монастырь. Видать, тут когда-то даже епархия была в первом году. Выставка ВДНХ, где город Барнаул написан, вот. Кладбище стало. Теперь там раскопали все, и будут строить храм, говорят, так пишут. Гости человеческих труп, все раскопали. Все это валяется, вывозят. Дальше телевышка там. Вот. Ну, вот это ОП, река ОП. Сейчас еще она путная. Сколько катерков. Возят людей куда надо. А дальше вон далеко куда где идет. Это на Валтайск, город Валтайск. В России места всем хватит. Кто бы откуда ни приехал, тут просторы бесконечные. И земли полно, и заводов полно, остановлено, вот обновляй, начинай. Софт, трактор на завод, что